Смотрите, некоторые говорят, что раскол между либеральной партией и либерально-реформаторской партией – это инсценировка такая, чтобы идти на выборах с двух сторон, а потом объединиться в следующем парламенте. Боже упаси. Мы расстались раз и навсегда. Это филиал Филата, а не филиал Пеле, если так сказать. А в следующем парламенте, как вы видите… Они не пройдут порог, и все. Пусть потом они вспомнят гимн этого диктатора в кавычках. Да. Какой гимн диктатора? Если бы я был диктатором, они бы не предали партию. Диктатор не разрешает, чтобы такое случилось. Он рубит головы. А я сказал, пожалуйста, хотите солить помидор, солите, какое мне дело? Ну, ругали сильно. Ну, ругал, но это и правильно, я имею право ругать, морально имею право, потому что я пригласил их, я и предложил партии, чтобы согласились, потому что мне мои коллеги сегодня говорят, видите, господин председатель? Кого вы привели? Видите? А было бы другое, если были председатели наших территориальной организации. Они такие, которые пришли, нашли здесь теплое место, потом им предложили потеплее, они шли туда. Скажите, а с кем в будущем парламенте? Дрова кончаются, когда они свои.